Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание нашему кошельку. Сейчас идет растущая луна, и мы можем привлекать, проводить практики на привлечение денег, изобилия и достатка. И далее мы поговорим о практике. Она достаточно простая, и главный плюс этой практики – это скорость, потому что эта практика работает очень быстро, и сама по себе она очень простая. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно взять самую крупную купюру и вырезать из белой бумаги прямоугольник такого же размера. По углам с лицевой стороны напишите сумму, какую бы вы хотели притягивать регулярно. Ну, например, каждый месяц или каждую неделю. То есть все зависит, как вы это видите. И на обратной стороне этой бумажки, этой банкноты, которую вы вырезали, нужно написать следующие слова. Достаток, благополучие и богатство. Ну а теперь, чтобы активировать магическую нашу банкноту, нужно прочитать над ней определенные слова и положить эту банкноту к настоящим деньгам в свой кошелек. Ну а слова практики следующие. Медведь всех сильней, так и мое слово превыше всего. Коплю, беру всякую деньгу в кошель кладу, чтобы не лежала, а братьями да сестрами обрастала день ото дня, час от часу. Аминь, аминь, аминь. И мы это произносим 3 раза. Ну, а растущая луна заставит вот эту банкноту с первой же минуты работать на вас. При этом в вечернее время ритуал проводить лучше всего. И вот когда указанная сумма к вам придет, обязательно поблагодарите Вселенную. Ну а в комментариях под этим видео вы можете написать: «Я с благодарностью принимаю от Вселенной» и укажите ту сумму, которая вам действительно необходима на данном этапе вашей жизни. Друзья, легкой вам всем денежной волны. Мы благодарим за ваши лайки, за ваши комментарии и услышимся в следующем видео.